Добрый день, дорогие подписчики! Попрошу вас поставить лайк и подписаться. Тайный шоу-бизнес, канал о звездах и шоу-бизнесе. Каждый день только лучшие новости. Григорий Липс искренне хотел уважить лучшего друга Николая Баскова. Но вместо этого подложил коллеге свинью. История противостояния звезд началась с творческого вечера тенора на «Новой волне». Липс исполнил композицию приятеля «Зараза» в своем фирменном лирическом стиле. Песня мгновенно стала хитом в ТикТок, более 2 миллионов просмотров за неделю, Инстаграм и других цифровых площадках. Вариант Николая Баскова в танцевальном стиле оказался менее привлекательным для ушей слушателей. За 1.5 года существования о ней мало кто знал. В исполнении Липса она обрела новую жизнь. Когда Липс запишет уже эту песню в своем исполнении, я вообще подумала, что это песня Липса. В исполнении Баскова ее не слышала, Басков исполнил посредственно, у Липса хит получился, пишут пользователи ТикТок. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк и подпишитесь.